You have 10 raid bosses in your deck each, and I want to know, how tough was this challenge compared to other challenge stones, compared to other tournaments that you've played in, Amaz? Well, it's definitely quite interesting that we only have 20 cards to select from, and since you all have these, you know, high-cost cards, you want some support cards, right? So, you know, I went with my gut feeling, and hopefully I can take it all. Well, Amaz sure thinks he knows a lot about you and your dragon strategy, but I want to know, Brian, is there anything that you know about Amaz that's going to help you win this one? I mean, all I know is that, you know, I have experience in Challenge Stone. I won the very first Challenge Stone event. I don't even think you've played in one, right? So you're the noob here, so. Harsh. You guys, I can't wait to see this settled in the box. So please shake hands. Get out of here. I'm going to give this back to the casters at the desk, and let's see this rumble go down. Well, that really was some serious trash talk going down in that interview. But, you know, some facts were out there. I mean, Kibler did, in fact, win the challenge that he has participated in, too, as the winner gets to return. And, you know, the ability to form a deck out of, you know, the crazy stuff that goes in your mind, you know, is something that people often don't even experience when they play the game of Hearthstone. But, you know, Reynat, someone like you, you kind of push for this idea when you play ranked, even. You try to be as innovative as you can. Do you see that maybe some personality traits? Or are there people who constantly do this? Because it feels like Kibler may be one of those people. I think it's just those of us with short attention spans. Ну что, дорогие друзья, всем огромный привет, с вами студия Астроладера, Игорь, я и Лала Олеся, Пас. Если кто забыл вдруг, да, и прямо сейчас мы продолжаем нашу прямую трансляцию с Близкона, и к нам вырывается второй наш сегодняшний гость, второй профессиональный игрок Лоло Пас. Здравствуйте, друзья. Привет. Какой вот у тебя шикарный позитивный голос. Вот. Чувствуется, что ты спал все это время, но... Нет, я не спал. Что он касается, смотрел что трансляцию, касается... вот он герой. Что касается времени до Близкона, конечно же, ты вовремя проснулся и вырываешься прямо к нам, прямо сейчас. Ну и давай, наверное, немножко расскажем о Challenge Stone. В паузе я там подслушала касательно правил, что в колоде должно быть 10 карт босса Вова, никакого опытного охотника нельзя использовать, никаких других ограничений в принципе на создание колоды нет. Давай, наверное, немножко расскажу непосредственно о боссах. Это Смертокрыл, это Аниксия, это Нефариан, Маллигас, Мажордом Экзекьютус, о боже мой, Рагна, Кельтузат. В общем, очень много этих боссов, но их можно использовать только 10. Все остальные карты на усмотрение игроков и никакого опытного охотника. Ребята собирали колоду за ограниченное количество времени, так что вот нам показывают, как быстро ребята собирают колоду. Они должны пересобрать все очень быстро. 3 колоды с каждого, Киблер и Амаз, прямо сейчас перед вашими глазами в прямом эфире собирают себе по колоде. Киблер как-то очень неуверенно идет, посмотри, они как готовились. Он быстро набирает. Они как? Просто готовились. Не, они я знали, думаю, что собирать. Они... Ну а как может, это? Готовились. А почему? А что им помешало заранее подготовить себе колоды и ворваться с ними вот так вот? Посмотри, как быстро. Вот Киблер уже делает вторую колоду, а Мас все еще добирает. Добирает очень долго, он как-то это делает, вот по поиску. Вот видишь, Амаз теперь уже начал юзать поиск и начинает по скорости догонять. Но до этого Киблер лидировал абсолютно. Я вижу, что и у Амаза здесь нет какого-то четкого понимания колоды, он все еще сомневается, перечитывает карты. Киблер, кстати, в этом плане более универсальный игрок, он такой очень-очень активный. И посмотрите, где сейчас сидят комментаторы как раз-таки. Ну, кастеры, они занимают ту самую нишу, на которой проходили... проходил групповой этап. Я бы заняла эту нишу. Вот, да. Вот именно там, на царском месте. Ну да ладно, это все шутки после 12. Шутки за 12, ну да. Ладно, все, прохладная история. Ну и давай, наверное, у тебя, Лала Пас, спрошу, пока ребята собирают колоды. Как тебе, в принципе, разбавление вот этих турнирных матчей вот такими вот шоу-матчами и шоу-турнирчиками? Ну, это должно быть весело, но вообще изначальная цель проведения этих матчей — это именно веселье, фан, но вот как-то с покеристами получилось не очень. Ребята играли, ну, на более-менее обычных деках, так что, ну, причем ребята не фейлили.
Вот ну, что... Не сказал бы, что они не фейлили. Практически. Но последние пару каток были серьезные. А до этого ребята очень позитивно и быстро. Быстро, да, на фейс-хантах и ну, на фейс-шаманах. Почему же фейс-хант не серьезный дек? Еще как очень серьезный. Вот-вот, чувствуется рука фейс-ханта. Ну да ладно. Вот остается у ребят... Небольшое количество времени, я вижу, у Киблера какие-то заготовки, у Амаза тоже заготовки. Я, кстати, протестую против заготовок. Почему? А почему ребятам, которые играют непосредственно на Близконе, не разрешают брать с собой листики, ручку? А тут было бы очень интересно, если бы у ребят не было записей, конечно, они бы могли немного зафейлить, но было бы тем интересней. Им бы пришлось автоматически дособирать свою колоду. Что же делал бы Стансивка, если бы попался? А что бы сделал здесь лайф-коуч? Нет, я про листик и ручку. Но он принес бы свои записи наверняка и начал бы что-нибудь. Его бы на входе остановили, так? Нет, все. Давайте. Не, ну на турнире, да, на турнире запрещено использовать. Именно на некоторых турнирах полностью запрещено использовать вспомогательные вообще материалы. Вообще это странно, потому что Blizzard официально одобрили дек-трекер. Ну, они... Сказав, нет, что подожди, дек-трекер заменяет листочек и ручку, а на официальный турнир запретили? Я сейчас ворвусь. Они не официально одобрили, такое понятие, как официально одобрили, не может быть, потому что это, по сути, как бы протекция какого-то другого продукта. Они в официальном ответе написали, что те программы, которые заменяют, которые не заменяют действия человека, которые можно сделать, те же действия можно сделать с помощью ручки и листочка, то есть это не является нарушением пользовательского соглашения. Но при этом напрямую они не говорили, что использование дек-трекера является как бы нормальным. По сути, они в любой момент могут взять перебанить тех, кто юзает данную программу, потому что по пользовательскому соглашению у них абсолютно развязаны руки. Так что вы пользуетесь данной программой на свой страх и риск. Ну а на Близконе, почему они запретили использование ручки и листика? Мне, например, это нравится, потому что я считаю, что чемпионат мира должен определить сильнейшего, умнейшего, везучейшего, не знаю. Ну, это лично мое мнение. Должен определить лучшего, скажем так. Да, то есть для этого нужно использовать все свои навыки. Но при этом, возможно, это тоже не совсем правильно. Может, у кого-то память хуже, да, но играет он лучше. То есть очень много факторов как за, так и против. Ну и здесь у нас уже идут последние секунды сбора колоды. Я вижу, что Амаз уже свои колоды чекает, как и Киблер, собственно, проверяет, все ли... Карты есть, все ли в порядке. Было бы забавно, если бы кто-то из них нафейлил и кого-то дисквалифицировали. Но вообще интересно, знаешь, им дается 25 минут на то, чтобы со своих заготовок пересобрать в очередной раз колоды. Это как-то странно, при том, что ты приходишь вроде как с листочком бумаги и ручкой, у тебя уже все есть. Даже ручка не так уж ну, и нужна. Ну, просто в Хардстоуне не так быстро эти колоды собираются. Вот я шутила, но... Они не так быстро собираются, по факту. Я вообще думаю, что это просто небольшая ускоренная запись, потому что да, ребята да, да. колоды не собирали. То есть это ускоренная запись, как они где-то на бэкстейже эти колоды собирали. Ну и, собственно... Готовы они рубиться и кстати, готовы сражаться такой друг с другом. Маленький инсайдик. Дорогие друзья, вы можете... Не знаю, возможно, это будет уже немного с запозданием, но стоит поздравить Киблера не так давно... У него состоялась свадьба, так что теперь он уже официально женатый мужчина, который нашел свою вторую половинку. Ясный человек. Да, между прочим. Ну а Амаз что-то веселится, сидит. Весело да, ему. Да, вообще, как я уже говорил, такие турниры им для этого созданы. Для Они... фана. По идее, еще при вот когда будут играть, должны активно работать на публику. Эмоции, там, страсти, ну, волнение, переживания. Согласна, это должно быть интересно. Я помню турнир, смотрел похожий турнир из шоу-матчей на Уимблдоне в этом году, в 2015-м. Там теннисисты, звезды уже, отошедшие от дел, очень активно развлекались. Подожди, теннисистки или теннисисты? Теннисисты, это важно. Теннисисты, они играли...
звали зрителей, там он подходит к трибуне, там какой-нибудь парень, иди сюда, дал ему ракетку, на, играй вместо меня, я посижу, пойду, сел, сидит, и так далее. Развлекались ребята по полной. Ну и вот, собственно, нам показывают легендарные карты легендарных боссов, которых выбрал у нас Амаз. Большое разнообразие, многих карт мы не видим в ладере, так что это должно быть интересно. Да, посмотрим, на что сделают свои ставки, но тут вот и Смертобро уходит. И, кстати, вот Киблер, в свою очередь, использует Смертокрыла. Ну, я люблю Смертокрыла. Смертокрыл — наше все. Но, кстати, обрати внимание, что у ребят абсолютно разные пики легендарных карт. Вот, например, Ледяной Рев использует у нас Амаз, но не использует его Киблер. Это существо за 9 маны, которое с рывком, стата 10-10, но при этом оно не может атаковать героя. То есть это такое жирное существо с рывком, которое просто чистит стол, по сути. Добавлено с последнего патча, до этого его не было, но вот решили, так сказать, ввести, и совсем скоро напомним вам, что если вдруг вы вот так вот решили в 3 часа ночи ближе к Киеву подключиться к нам, что в четверг у нас будет дополнительные новые приключения, и уже вовсю Близзарды на основном канале, на основной сцене рассказывают нам про карты, виртуального билета, про все это. Ну, это нужен виртуальный билет, и на это нужны права, чтобы это все транслировать. Ну, уже есть на многих ресурсах, многие уже себе перекопировали, что там будут за карты, но не будем забывать о том, что вы можете по-прежнему приобрести себе виртуальный билет и отсмотреть все те самые карты и все те трансляции на протяжении еще 2 недель вперед. Я просто, например, прекрасно знаю, что по окончанию BlizzCon я очень много пропустила, поэтому я потом буду просто это все пересматривать и радоваться жизни. Ну а у нас начинается первая заруба, первая баталия Маза против Киблера, и давайте посмотрим, чему все просто это придет. Дракона пристат Киблера, да. Кстати, огромный любитель Киблера у нас дракона колод. Дракона колоды везде. У него это дракона маг, это, не знаю, дракона прист. Он очень любит концепт драконов, и это уже даже стало вот такой вот небольшой шуткой касательно Киблера и его любви к именно дракона колодом. Вот, кстати, у нас Киблер ставит драконьего посланника. Также вы видите, что он использует две легендарные карты, замечательные за 3 маны этих сестер. Но пока на руках только одна. Ну, в свою очередь, у нас Амаз ставит 4-7. Правда, второй связки нет, но я думаю, он Киблер найдет. Взял обычного дракон-приста, убрал там сколько, 12 карт или 10. И добавил просто легендарок. Да, просто добавил легендарок, и все, поехали играть. Почему? Причем некоторые легендарки — это драконы, с которыми можно синергию делать с другими картами. Темповые драконы, да, вроде с того же Смертобро, который сейчас есть в руке, он будет всю дорогу. Ну и что? Тут идет мульчирование у нас сейчас от Амаза на 2-8. О, новая карта. И тут просто избранник Велена... Подожди-ка, боже, как давно я этих карт на турнирах не видела, у меня просто глаза разбегаются от этих легендарок. Достаточно оперативно ходят. Рандом поддерживает начинание этого турнира и с мульчирования дропает легендарные карты. Ну не мог же он дропнуть какого-нибудь слепрогнома или еще что-нибудь. Ну да, тут просто пророк Велена, замечательная легендарная карта, классовая карта приста. И я думаю, что она должна сыграть в этой встрече. Ну и вот Амаз. Ну ему надо продолжать темп легендарок. Обязательно. Значит, как это? Ну а больше-то и нечего ходить. Сильвану давай. Ну и, конечно же, Сильвана тоже выходит на... Ну, там, правда, к 6-му ходу только Иллидан есть, но я думаю... Ой-ой-ой-ой, избранник Велена еще есть... Ну и тут еще в придачу есть Фьола, Погибель Света. Правда, под Сильваной как-то это не особо, видимо, ему должно быть по душе. Вот казалось бы, Амаз, Киблер, известные сильные игроки, это кто-нибудь зайдет на трансляцию чемпионат мира, а тут сидят Амаз, Киблер. И что играют какими-то играющими колодами. Непонятно чем, то есть что, чемпионат мира? Чемпионат мира со Смертокрылом или Данном и... Не знаю, Кильтузадом, что, простите? И очень интересно наблюдать за эмоциями вот этих вот кастеров, которые мы уже привыкли видеть с другой стороны, но сейчас они все задумываются. И ну, тот же самый Амаз, который достаточно открытый, который достаточно
Он медийный, я бы добавила даже это слово. Кстати, касательно кастеров, вот непосредственно Киблер, он не так кастер, как игрок, но при этом он достаточно часто появляется в разных ролях, и в обоих ролях он очень неплох. Амаз в последнее время достаточно сильно отошел от профессионального ХС, он больше занимается медиадеятельностью, он является одним из основателей и, наверное, даже владельцев Team Архонг, одной из сильнейших команд по Хардстоуну, но при этом всем я вижу, что он старается не забывать игру, кастит периодически, стримит, само собой, много. Ну и тут приятно видеть его в роли игрока. Но и здесь у нас пошла Фьола с божественным щитом, пошел гнев сейчас от Амаза. У Амаза, кстати, тоже Фьола есть. Мне кажется, это две легендарные карты, Фьола и Эйдис. Это две легендарки, которые мы увидим больше всего на этом мини-турнире. Ну, они недорогие, с неплохими статами, в целом, почему нет, ну, тем более такие. Замечательной особенностью. Да, билки. Единственное, что меня, наверное, немножко смущает, вот то, что эти две карты в колоде Амаза, потому что у друида не так много заклинаний на этих существа, чтобы их хорошо заобузить. Вот у приста много, это избранники Велина, это и щитки, это еще что-то, а вот друида тут как-то посложнее будет с реализацией. Ну, возможно, Амаз из-за того, что придерживался правил боссов из World of Warcraft, просто не нашел. Ничего возможно, лучше. Да, ничего лучше, и взял именно эти карты. Вполне может быть. Вообще, Амаз, он такой серьезный, сидит, как бы действительно турнир такой важный. Амаз уже давно показывает, что он серьезно относится к игре. Был период, наверное, на закате его игры. Ой, Рэнд, как же хорошо полегче. Играет. Не, ну почему Амаз не катается на стуле, не кричит, как на своих стримах? Потому что он себя преподносит на турнирах как игрок. То есть я помню рассвет его профессиональной карьеры в Хардстоуне как игрока. Он был достаточно эмоционален, но не перегибал палку на фан-стримах. Он просто фонтан эмоций, это хорошо, это позитивно. Но на турнирах в последнее время он ведет себя максимально сдержанно, максимально сконцентрированно, потому что он хочет показать результаты. Основательно. Ну, тут просто дикий стол от Киблера. И его колода выглядит более сбалансированно, более интересно. Киблер уже даже позволяет себе улыбаться. Ну а что сказать? По сути, у нас... Неплохой комбо, кстати. Да, действительно, я тоже про это комбо только хотела сказать. По сути, Киблер просто взял рабочий концепт колоды Дракона Приста, выбросил некоторые карты и добавил просто вот эти 10 легендарных карт по, не знаю, по истории Вова. Ну и не будем забывать мы о том, что это BlizzCon, друзья, и прямо сейчас ни одному из кастеров не хочется проигрывать у своего оппонента. Прямо там, на глазах у огромного количества людей. Это увидят все. Даже если кто-то не хотел увидеть, ты в любом случае придешь, посмотришь эту трансляцию сейчас. А потом еще в записи можешь ее посмотреть. Да. Я, кстати, за это не особо люблю шоу-матчи. Вроде бы фан. Вроде бы все делается для смеха, но при этом ты даже вроде идешь для того, чтобы посмеяться на позитивной ноте все это закончить, а потом приходишь, садишься, смотришь на свою колоду и думаешь, я хочу побеждать, почему у меня не получается? То есть это нормально, когда соревновательный дух такой высокий, когда хочется сражаться, когда хочется побеждать. В Хейсе этот дух очень высокий, я этому не удивляюсь. Ну, не знаю, просто я вижу, как меняются игроки. Они заходят с улыбками, вот как сидел Киблер напротив Амаза. Они сидели и улыбались, довольно счастливая началась игра. Просто оба сражаются за победу. То есть это нормально. Но, понимаешь, на мой взгляд, те, кто раньше играл постоянно на победу, сейчас для них тоже абсолютно нормально. Они перешли больше в состояние кастеров, и им очень хочется продолжать побеждать. Это где-то сидит внутри тебя, где-то глубоко, и ты, наверное, знаешь это ощущение, когда тебе не хочется проигрывать, ты не любишь проигрывать, ты здесь для того, чтобы выиграть. Да, я знаю это ощущение, особенно когда тебя догоняет это ощущение на стриме, когда ты вроде бы уже выиграл, но тут какой-то дикий топ-дек для твоего оппонента. В моем случае я просто
выхожу из кадра и горю за кадром, чтобы не смущать зрителей своей... Тут уже на контрасте отыгрывать приходится, вроде как и стрим, а вроде как и горит, и что делать? Полить стол здесь, либо вынести его за кадр? Не, у меня обычно на самом деле все очень интересно выглядит. Я обычно убегаю за кадром, мьючу микрофон. Один раз я забыла замьютить, мне до сих пор зрители вспоминают, я просто прыгаю на одном месте, как белка, и, в общем... Выражаю свое неудовольство такими нехорошими вещами, и один раз я забыла замьютиться, и, в общем, зрители до сих пор это вспоминают. Ну да ладно, не суть, ничего плохого там не было. Ну конечно, конечно, как мы могли? Кто-то вообще мог подумать о том, что было что-то плохое? Да, есть один человек. Гнобление просто. К сожалению, мы не можем его показать вам сейчас. Гнобление лицами в прямом эфире, бесплатно и без СМС. Черт побери их. Ну и давай, наверное, перемещаться в игру. Здесь у нас Прист от Амаза уже против киблеровского Пала. Мидрейндж Пала такого. Ну, я бы как-то не назвала его мидрейндж. Он... Какой-то, да. Какой-то такой он любопытный. Странный, странный. Причем есть уже комба из Фойгинов, из Талага. Кстати, Лалапас, как ты думаешь, именно в этой партии кто должен быть сверху? Не знаю. Здесь нужно смотреть на легендарки, которые вываливаются. И вываливаются. Вот Майн Геймс. Оу, щи. Ну ты чё, вот как-то так. Узнаю настоящего Амаза. Да, вот да, это, да. Это реально тот Амаз, которого мы все знаем и любим. Ну, тут улыбки улыбками, смех смехом, но у Киблера готов как бы Алдор. В этой партии сверху должен быть Смертокрыл. Но Смертокрыл с 12-12 Грозного превратится сейчас в 11-12 такую маленькую птичку. Здравствуй, говорит он ему, и вот посмотрим, что ты скажешь сейчас. Амаз порадовался, потом расстроился. Ну вот приятно видеть Амаза улыбающегося, так он, наверное, более знаком нашей аудитории своим позитивом, эмоциями и энергией. Да, ну все-таки Смертокрыла так вот просто получить. Так получить, да, да это вот, вам вот не... Смертокрыл, Вов, да, там герой, там огромный дракон, там столько-столько сил потратили, чтобы его убить, там World of Warcraft. А тут надо было просто там Peacekeeper'а дать ему одну атаку. Вот, кстати, ты насколько знаком со всей остальной вселенной Warcraft'а? Вот, довольно хорошо. Сколько времени было потрачено на все это? Около 6 лет. Все, я понял. Все, мы с тобой... Ливаем. Да, мы отваливаем, потому что мы конкуренцию тебе не можем составить. А в какие именно непосредственно игры ты играл, вот чисто так? Вов, Диабло. В общем, настоящий задрот. Первые Диабло еще успел застать? Нет, ну я застал, но я в него не играл. Но я в основном в Warcraft стратегию очень много играл. Ага. Ну и к слову об этом, дорогие друзья, давайте, чтобы никто не засыпал, чтобы вы не дремали за компьютерами, я сейчас специально повышаю голос, чтобы вы проснулись, напишите... Да ну хватит, вы просто вдвоем меня сглазили. Я молчу. Напишите, друзья, до Хардстоуна вы были знакомы с играми от Blizzard? Если да, в какие игры вы играли, сколько вы играли? Давайте будем что-то просыпаться по чуть-чуть, не засыпать. Сколько унес из вашей жизни World of Warcraft? Начнем с этого. Да ну ладно, не все играли. Кстати, вот еще такой вопрос. Сегодня посмотрели мы достаточно много анонсов, пришел такое было, очень много по разным играм всего рассказали. Как тебе в целом анонсы? Попал ли ты на эти анонсы? Какую игру, возможно, ты ждешь вот именно по анонсу? Анонсы. Ну, я смотрел церемонию открытия полностью, ну и так просматривал стенды по новостям. Да не знаю, ничего особо так не жду. Но мне понравился, если честно, Overwatch, вот сразу скажу. Не, Overwatch это я не люблю такое. Это не для тебя. Я тоже так считала. Я тоже так считала, пока я в него не поиграла. Серьезно, игра. Все так говорят, пока ты не получишь инвайт. Говорят, что Overwatch будет не free-to-play. То есть игра будет не совсем доступна, но я думаю, что эту информацию еще стоит, наверное, проверить перед тем, как уже точно ее принимать на веру. Ну и, собственно, давайте, наверное, возвращаться к игре, потому что мы можем говорить вечность. Здесь разменивается одно существо. Ну что, увидим мы Тадиуса? Ждем Тадиуса, да, я хотел это сказать. Должны. Вот этот смертобро, который каждый ход бьет на единичку в лицо паладину. Сейчас будет Тадиус, ребята.
Да, только там под этого Тадиуса уже есть ШВД. Или, кстати, не будет. Кокхаммер пришел. Ну, кстати, неплохо смотрится разменяться, забрать 2-1 и еще поставить 7-1. С монетки Латхиба. Ну, да, да, да. Вот 5-5. Оно что решает. Все в порядке. Больше урона получить. Ну, кстати, тоже вполне рациональный ход. Ну, я бы, наверное, уже здесь Латхиба ставила, потому что ШВД нужно бояться. Шоу-матч, шоу-матч, мы ребята потеют, о чем говорилось. Да, ну и комментарии такие интересные. Нет, ну потеют, если бы они сидели сейчас как лайфкоч до фитиля, там думали, какую легендарку мне разыграть. Слушай, ну давай не будем призывать лайфкоча, потому что сейчас они сейчас начнут это делать. Кстати, а призывать совсем не видно на этом турнире Бен Броуда. Ну, он там, если честно, у кого был виртуальный билет, он рассказывал именно по виртуальному билету. Да, я видел это. На столе он именно рассказывал про карты. Просто в прошлом году он сидел прям, комментировал, хохотал. Его было очень много, и мне действительно кажется, что BlizzCon без него на Хардстоуне это уже как-то не то что-то. Я думаю, что он еще ворвется. Вот сегодня он рассказывал про карты, а завтра он будет уже комментировать матч, например. Финал. Да. Кто знает, может быть. Ну и здесь попадание Рагнароса в Латхиба. Ну и неужели это будет равенство? Киблер вот сейчас уже вовсю начал потеть. Он никак не хочет проигрывать. Ну, конечно. До этого он вел себя как-то достаточно расслабленно. Давай, давай Рагнароса, давай. Рагнарос попадает в Рагнароса, и все. На характере надо было, на характере. Это же фан. No balls. Это же веселье. Ну почему? Как, ребята, когда на тебя смотрит большое количество людей, тут уже не до фана, тут главное лицом в грязь не упасть. Поэтому... Вертокрыл 1-1. По-моему, насмешка над этой просто шикарной картой. Напротив него Тадиус, вот этот 11-11 и смертокрыл. Тут, конечно, Амаз готов. К этому уходит ШВД, идет у нас Кельтузад. Воу-воу-воу! Ощущение смертокрыла. 12-12 на столе. Привет, Кельтузад, это шикарно. Да, Кивлер говорит, да, well played, действительно, отлично сыграно, неплохо. Ну и как бы, по-моему, он здесь не сыграл, по-моему, у него как-то все очень плохо. Что, можно поставить Рагну, попадание в Кельтузада, вот ты погибаешь. Ну, насколько я помню, если Рагнарос попадает в Кельтузада, Кельтузад перерождает сам себя, ну, по крайней мере, это собирались было... Собирались пофиксить этот баг. Да, но это было очень давно, так что я не знаю... Фиксили это или нет? Да, Киблер понимает, что он погибает, и это 1-1. Ребята не уступают друг другу. Формат это у нас BO5, то есть 3 победы каждой своей колодой. Честно говоря, не знаю, как у нас будет ли у нас доигрываться второй матч, шоу-матч Челлендж Стоуна сразу после этих ребят, или у нас сразу будут профессиональные игроки в ХС. Слушай, ну это, кстати, по отношению к этим людям говорить, что после них будут играть профессиональные игроки в Хардстоун, это неправильно звучит, потому что эти ребята профессионалы. Амаз вообще один из первых, кто начал играть профессионально в Хардстоун. Помню его первый лан. Кстати, вместе с Каленто у него был первый лан Millennium M-House Cup. Кстати, они стояли на заре ХС, по сути. На Millennium, кстати, проходил шоу-матч. Не помню с кем, но там был как это, то ли спонсор, то ли организатор турнира, и кем он там играл? Случайно не Боб такой? Да-да-да-да-да, Боб, над помню, ним еще помню, все помню. Шутили, там он в чате был. Это армия VR Боб, да, знаю-знаю. VR Боб, вот у них очень классный получился шоу-матч на Миллениуме. Ну, там вообще очень такие эмоциональные ребята, это был их турнир, они себя вели так, как им хотелось, ну, а тут все-таки чуть посерьезнее все в плане организации, в плане компании, поэтому ребята, возможно, чуть посдержаннее. Кстати, касательно вот этого Millennium M-House Cup, для Амаза это был один из первых ланов, для Калента был один из первых ланов, это вообще был один из первых ланов по Хардстоуну серьезного размаха, и Амаз вообще был один из первых медийных людей и игроков Хардстоун, то есть с него начинался, в принципе, Хардстоун. Как профессиональная дисциплина, с него, с Калента, с других ребят. Киблер, в свою очередь, у него огромный опыт, он очень популярен
как медиа-персона, причем популярен еще до Хардстоуна. То есть эти люди очень серьезные, так что не стоит говорить, наверное, что после них будут играть профессиональные игроки в Хардстоун, потому что эти оба парня действительно хорошо играют. Ну и пока так получается, что присты тащат те самые дракона присты, либо присты с вот таким вот легким рандомом до смерти добро, все-таки смогли затащить, и сейчас паладины выходят у нас на поле. Меняют пристов. Да, кто же первый выиграет паладина? Ну, кстати, судя по колоде Амаза, он решил собрать агроколоду. То есть, хотя в этой агроколоде, наверное, интересно будет смотреться вот эти тяжелые легендарки. Почему агро? Потому что вот эти две печати, потом существо за две маны, которое дает божественный щит. То есть, ну, колода выглядит немножко агрессивно. Печать с баблом на свою супер легендарку, и уже машина для убийств готова. Причем у паладинов, паладина-паладина зачистка — это только равенство освещения. Алдора, ну, например, Киблер уже одного потратил. То есть уже есть два равенства? Ну, кстати, да, возможно, это все-таки не агроколода, просто Амазу пораньше зашли вот эти его карты. Но я склоняюсь больше к агроколоде немного. Потому что печати, знаешь, не самые часто встречающиеся, особенно вот, да, эти за три маны. Особенно вешаешь там на какого-нибудь парня с рывком и поехал в лицо. Угу. Бывают такие ребята в Адере. Сказал ты с болью, по-моему, да? Да не, ну почему? Вообще, если я таких ребят встречаю, ну, наверное, я больше Ты добавляешь радуюсь. Их в друзья и, да, рассказываешь, нет, почему? Какие... Довольно легко, не ощущаю, или как это там? Не чувствую, да. Не чувствую, да. Смотри, какой паладин-убийца маленький. 8-5, отличный паладин-убийца, я думаю. Ну и здесь заходит Рент Чернорук у нас Киблеру. Кстати, Рент у него неплохо сыграл в прошлой встрече. Вот сыграет ли, доживет ли он до розыгрыша этого Ренда на пале, это большой вопрос. Приходится играть Кокхаммер, и сейчас пока как-то надо разменивать паладинчика и как-то топить в лицо, что ли. Других вариантов просто нет. Вообще, когда Амаз был таким профессиональным игроком, как вы говорите, он был довольно киберспортивным профессиональным игроком. Да, вот не зря же есть такое понятие, как «пускай тебе везет, как Амазу». То есть многие, наверное, уже не помнят, особенно те, кто начал интересоваться Хардстоуном не так давно. Но Амаз в свое время это был самый везучий человек, наверное, на всей про-сцене. То есть потом у него еще в команду присоединился Оранж, которого также называли супер-киберспортивным человеком, который затащил свой первый чемпионский титул на ESL Катовица, где просто он управлял Рагнаросом силой мысли. Рыбак-рыбака? То есть, ну, команда Архон вообще, это команда достаточно активных и везучих людей, наверное. Масс чувствует, кого брать в свою команду. Ну, все правильно, рыбак-рыбака, как ты сказал. Ну а сейчас он больше, наверное, ударился у нас непосредственно в руководство команды и другими делами. Ну, ты бываешь, играешь вот все турниры, играешь какие-то квалификации, но при этом вылетаешь, ну что тебе еще делать? Ну и, между прочим, у него получился очень и очень неплохой проект. Team Archon, одна из сильнейших команд на всей прохо-сцене. Это команда, которая... скажем так, базировалась только... Вот начинали они с Хардстоуна. Таких организаций очень мало, которые начинали с новой дисциплины. При этом это единственная команда, у которой есть игровой дом, Game House. Находится он, если я не ошибаюсь, где-то в США. Тиммейты съезжаются, отдыхают, общаются, тренируются. То есть, ну, это большое достижение, это очень круто. То есть у него все получается, помимо игры в Хардстоун. Ну и опять же, он все-таки играл, он, ну, Близкон, Квал, и он играл, и он даже, ну как, он вылетел в одном из последних раундов, где и Firebat вылетел, и многие другие личности, ну, что-то пошло не знаменитые. Так, да. Ну и он, видимо, ну то есть не сказать, что он прям отошел от профессиональной сцены, он продолжает играть. Он пытается, да, то есть он пытается, он принимает участие, он не забил полностью на профессиональную игру. Ну, но и... при этом как-то сейчас очень-очень много ребят
более, не знаю, таких активных, что ли, без такого огромного количества занятий. Поэтому Амаза, конечно, приходится тяжеловато. Ну и, собственно, 2-1, да. Хорошая игра от Амаза. И давайте смотреть. Возможно, это будет 3-1 за Амазом, кто знает. Ну, Киблер очень живо отреагировал, да, на топ-дек. Я вижу, что там ребятам что-то говорят. Я вижу, что они вроде собираются. Да, видимо, да, шоу-матч на этом у нас закончен. И... Ну, да, нужно отдать должное, да, Близзардам все по расписанию. В 3 часа должен начаться матч профессиональных игроков. И поэтому, Кастер, да, извините, но домой. Знайте свое место. Прямо сейчас тут настоящие игроки соберутся. Кстати, про Кастеров, между прочим, хотела бы сказать, это причем даже не мои слова. Кто-то думает, что вот Кастером быть хорошо. На самом деле лучше всего быть игроком. Ты что, жалуешься сейчас? Я ничего не говорю, просто самые плюшки игрокам. Вот сейчас даже пример. Так, ребят, вы уходите, у нас тут пацаны будут играть за чемпионский титул, так что потом как-нибудь доиграете. Вот, не, ну, шутки шутками, но на самом деле меня безумно радует, что Blizzard очень пунктуально в этом плане, и все по расписанию. Так что, дорогие друзья, у вас есть буквально, я думаю, минута-две, и мы будем смотреть матч Жихао против Кноу, а также Зоро против Хатформа. Так что никуда не уходите, у нас осталось два матча, и по результатам двух матчей мы узнаем последних двух полуфиналистов Близкона, так что далеко не уходите. And sort of delete my bad ones because all of mine are really good. So, you know, you just have to, you know, tinker around to make them even better. You know, just a good use of time for deck building is a very good tip for Kibler for his future matches.